Пусть, нет, пусть лежат потом. Вот такие часики красивые у нас сегодня будут в прямом эфире. Сегодня будет обзор женских часиков. Вот, небольшие каравелла. Нью-Йорк by Булава. Потом расскажу про вот эти вот часы с бриллиантами. Вот эти вот шикарные часики. И доча хочет сделать свой обзор. У нее тоже есть коллекция своих очков. Вон, покажи. Вот они, какие у нее шикарные. Аж 7 штук. Кто привез? Папа! Откуда? Из Америки. Из Америки, понятно. Так, начинаем. Кто-то дурак. Так. Расскажу сначала об этих часиках. Американская фирма GBY. Очень такой необычный цвет у них. Бордовый. Даже можно сказать, что ремешок бордового цвета, а циферблатик таким бордово-малиновым цветиком. На этих американских часах стоит швейцарский механизм. Вот здесь вот внизу вот написано Swiss Movement. Часы с покрытием золота 18 карат. И еще с ПВД покрытием. То бишь они никогда не почернеют, не потускнеют. Здесь у них золото напыление шикарной защитой. Вот они какие красивые. Сейчас я возьму. Я вот снял сразу. Покажу. Так. Здесь по кругу, по безелю идут 16 бриллиантов. Камушки очень хорошей чистоты здесь. Ясности. Хороший коммерческий камушек. 0,01 карата. И 16 штучек здесь. Получается 0,16 карата настоящих бриллиантов. Очень качественный ремешок GBY с натуральной кожи. Сделано все так качественно. Такие вот ремешки отдельно, вот именно GBY, стоят $70 только один ремешок. Вот, красавцы. Так. Сегодня в нашем прямом эфире будет еще участвовать моя дочь. Она любительница очков. У нее большая коллекция. Она сейчас будет по очереди их одевать, рассказывать. Одевай. Да, и еще вот у нее есть с куклы Лолы очки. И браслет еще. Хорошо. Так, еще одни часики женские. GBY. Тоже покрытие золота 18 карат. Шикарная моделька. Такая универсальная. Вот. Здесь, значит, на безеле множество оригинальных австрийских кристаллов сваровских. На месте цифр вот 12 бриллиантиков здесь стоит. Браслет очень хороший такой у них. Но вот самое интересное в этих часах вот что. Сейчас я их положу. Значит, вот сами часы. Так, надо встать. Вот они. Здесь скручивается безель. То бишь он скручивается. И есть еще два запасных. Получается на самих часах три безеля. Можно поставить, накрутить вот этот. Они станут более такие офисные. Можно накрутить вот такой безель. Это вот модель безеля фирмы Rolex придумал такой. Вот. В общем, универсальные часики за очень хорошую денежку. Вот. Вот так. Так. У
убираем пока в сторону. Еще одни часики. Уже идут в стальном цвете. Здесь тоже по безелю, по кругу 16 бриллиантов идет. Внутри в циферблата настоящие оригинальные австрийские кристаллы Сваровских. Такая богатая очень модель. Для любителей серебристого цвета. Вот так вот. Так, теперь я хочу рассказать о маленьких часиках фирмы Caravella New York by Bulova. Вот на данной модельке здесь вот два бриллиантика на месте цифр 6 и 12. Это небольшая модель, вот хороший подарок маме там, на 50, на 60, на 70 лет. Это как бы вот часики из, можно сказать, 70-х годов. Маленькие часы тогда были модные. Вот сейчас дочь их оденет, одевай. Угу. Ну, очки оденет эти. Угу. Да, одевай. Вот так. Вот у нее крутые очки со стразами Сваровских. Одевай. Покажи, как они на руке, на маленькой. Одевай. Вот. Угу. Вот так, придави. Хорошо. Покажи. Вот. Ручка девочки 6 лет. Можно и дочке подарок сделать. Они недорогие, хорошие часы. Тебе нравится? Да. Хорошо. Другие часики. Эти снимай. Молодец. Угу. Ну, в общем, понятно, да, про эту модель? Хорошие, качественные, оригинальные часы. Caravella by New York. Вот номер модели, штрих-код. Еще одни маленькие часики. Этой же фирмы. Здесь уже идут по безелю оригинальные камушки Сваровских. Тоже маленькая моделька, она такая точно, как черная, перед этим показывал. Тоже можно подарить своей дочери. Вот сегодня, после эфира прямого, посмотрите, я буду сейчас потом снимать видео, будет один сюрприз про эти часы, и мы его выставим на своей страничке. Еще одни часики Caravella. Это у нас браслетного типа. Такие легенькие, красивые часики. Летнего варианта. Очень шикарное украшение. Они тоже небольшие. Идет такая надежная здесь застежечка, держатель. Вот так. Ну что? Какие твои любимые очки? Розовые? Розовые. Это? Ну, одень вот эти. Ну, покажи. Розовые свои очки. Это, Надь, почему, папа, ты все время ведешь прямой эфир, а меня не приглашаешь в нем поучаствовать? Ну все, на сегодня обзор закончен. Спасибо.